満開。Всем привет! Значит, сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на то, как сильно поднялись цены на стройматериалы. Вот, лежит фанера. Угадайте, сколько она стоит, хотя бы приблизительно. Вот это все новые листы, купленные на этой неделе. Это старые листы, даже по цвету видно. А это новые, 28 листов одного вида, и 9 другого. И вот эти новые листы обошлись нам почти в 100 тысяч рублей, и это еще по скидке. Предыдущие листы фанеры обошлись нам примерно в 30 тысяч рублей, и они брались позапрошлом году. Цены, конечно, охуеть. Еще и пара листов поврежденные. Говорят, что это все из-за пандемии, что люди начали скупать различные стройматериалы, плюс еще китайцы покупают у нас дерево. Поэтому такие цены. А нам что прикажете делать? Страдать? Ждать? Или самим добывать дерево? Ну, а на этом все. Еще услышимся. Спасибо за внимание. Всем пока.